Всем здорово, с вами Батя. Это шестая, наверное, серия уже по чужому. Или какая-то там, а может, наверное, да? И градус страха повышается, потому что, во-первых, мы продвигаемся дальше, все сложнее, наверное, становится, да? Хотя в прошлой серии вообще упавил нахрен то уровень сложности. Мне так сложно, это непривычно для меня. Я не король хорроров, я сразу вам говорю. Я не король хорроров. Он тоже тут лазает. Как ему тут лазать-то? Он же очень огромный. Он склизкий, наверное, как змея. Да и, или у него какие-то вообще потайные лазы, в которые даже пробраться нереально игроку. Ну? Где он ходит? Не хочу даже знать этого. О, батарейки. Что это такое? Нет сигнала. Что надо сделать вообще? Чая нет, ничего нет. Держитесь там и ищите данные в кабинете доктора Лингарда. Нормально, да? Ой-ё! А, это андроид был? Нет, это был человек. Ты посмотри, кровь же. Отвратительно. Блин, Харарина та еще, на самом деле. Я смеялся над чужим начале, если помните. 80-е даю просраться даже сейчас. Опа. Не шуми, говорит, не бегай. А как тут мне не бегать-то? Я вообще не туда ушел. Кому с персонала? Вообще не там, вообще же не там. Блин, как хорошо было до того, как этот чужой вообще здесь появился. Помните? Тихо. Это я еще с чужим аутистом играю. Ну, в смысле, который на ультралегкой сложности. Или на него это не влияет? Как... Нет, должно же влиять. Оно влияет точно на то, как мне дают по черепу андроиды. Потому что они-то не сразу убивают. Так. Я тут? Да, я тут. Что ты мне покажешь? Обход. Сообщение для доктора Лингард. Я мог, как мог, подготовил пациентов из реанимации и транспортировки. Надо вывести их, пока Уэйтс не блокировал выхода из госпиталя. Я пошел наверх в психиатрическое отделение. Надо убедиться, чтобы никого не забыли. У нас кончаются медикаменты, так что на обратном пути я заскочу в амбулаторию. С тех пор, как вы объявили карантин, тут все тихо. Я надеюсь, что вы принесете хорошие вести. Свидетельство о смерти Фостер. Код 1212. К личным вещам, если что. Ну, какой бегемотик. Грузись ты побыстрее. О! Опа! Говорит Лингард, старший офицер медицинской службы станции Севастополь. Я хочу... Ты привлечешь внимание. Смотри в наушниках, как я, Карнак. Я официально заявляю... То Карнак, то Марли. А ничего, Дизонер, то вообще все. Весь период. Она оказывала на меня давление в ситуации с пациенткой. Рэнсом. Старший представитель Сиксон. Он? Он сделал ряд угроз в отношении моей карьеры и сертификации, но дело не в этом. Господи, помоги. Я не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно оставил что-то после себя. А я знаю. Мне... А карантин? Я даже и подумать не могла, что такое случится. Что ты сделал?
А теперь этот паразит ходит, пугает меня. Искать аптечку в операционной. Спасибо! Зачем мне там аптечка, если у меня этих аптечек я могу наделать вагон? Ну как вагон? Вообще не могу наделать, но... Вещество Б, блин. Клей. Шприцов нет. Вообще ничего нет. О, сенсор. По типу, ой, монетка. Когда тебя убить хотят. Это вот так, сюда, тут, наверное, не тупик или чего. Пробежать, наверное, нет. А, вот он. Блин, ну ты козел, конечно. Воротить тебя, етить, мадрить. Ну, сейчас он догонит, это в натуре говорю. Как-то это неприятно. Ой, свои грабли эти показывает. Ну, зачем мне твои немытые пальцы? Я что теперь там с самого этого начинать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое же у меня тут задание? Клингард. Калинград, карт, карт. Он, кстати, по этим-то не шарится ведь с другой-то стороны. А я говорю, тут негде ему. Как тут будет шариться-то? Он шарится по тем проходам, которые вообще нету их. Для игрока как бы и нет, не существует. То есть фактически он блинкается по карте. Я думаю так. Вот тут он вообще никогда не достанет. Томпус это мало. Крафт этот еще. Это с ума сойти. Что за мода делать с крафтом ужастики-то? Даже не наносит увечья, но оглушает. Побольше вздыхай, кричи, ори. Чё там? Так, что ли, мне путешествовать теперь или чего? Зачем ты включаешь свет? А, хотя ему такая разница. Это он нужен ему-то. Все равно слепой. О! Да как на хлам-то нет места? Хлам он на то и нужен, что под него место всегда есть. Он блинкается, видишь, то есть она внезапно сигнал обрывается. Мне это раздражает, почему он такой всесильный? А я нет. Тихо. О, вещество Б. Тихо. А мне куда тогда? Галерея персонала. Став. Галереи. Тихо. Надо на картах, получается, вообще всегда перемещаться. Только это трудно. Да и к тому же, подожди. Как туда попасть? Говорит, туда. Нет, смотри, оно его не привлекает. Уходит отсюда. Уходит. Я сказал, уходит.
Правильно, хватика. Ну а дальше-то куда? Ну вот, допустим. И. Тут же дальше ни хрена нет. В какую сторону мне? Да, в эту, правильно. Ну. А он мне говорит, что тут что-то есть, тем не менее. Вообще не понимаю. А как я туда в прошлый раз попадал? А я попадал, я помню. Как он там, что за вентиляция-то размером с мегаполис? Или как он там умещается? Я же говорю, он просто телепортируется тупо по карте. Вообще нечестно нисколько. Какая разница, не знаю, бегать, не бегать. Ты вроде смотри, лучше когда не бегаешь. Ну скрипты-то тут есть, не врите, что нету. Я зашел уже в ключевую точку, как бы, сюжетную. Сейчас она будет мне это все говорить. 12-12, если что, код 12-12. Явно же не просто так. Промотай эту фигню. Искать аптечку операционную. Ну гениально. Ну гениально. Только как мне туда попадать? Вот ведь вопрос-то в чем. Это ты посмотри, это он на уровне имбецила так делает. А на максимуме как вообще в это играть? Эта игра очень-очень нелегкая. Твою направо. Ну там с той стороны он уже не придет. Делать теперь тогда мне получается надо обруливать, не знаю как, правда тебе говорю. Итак, мне надо получается, ну вот прямо тогда пока по вот коридорчику. Весь вспотел уже тут с этим чужим сраным. Так, ну мне сюда. Надеюсь, огонь его припугнул. Отпугнул. Аптечки нету. Зачем аптечки нету? Ни хера. Странное дело, я услышу, а сенсор, радар? Нет, тоже слышится. Но он уходит. Тогда куда мне? Там завалено. А, ну все, я понял, кстати. Но он там что-то взмылился, да, слышали? Подальше, подальше. Ну, реально, нет, он чувствует, да. Не соврала. Он чувствует, чувствует. Зачем я это сделал? Кто-то знает вообще, нет? Я вот не понимаю, зачем я это сделал. Как собака какая-то, я не знаю. Чем они его убивали? Они его, по-моему, даже взрывами не брали. Такую скотину бы это отстрелять вон как на сафари. Я не знаю. Слушай, это очень правда. Нездорово. И не здорово. Он начинает надоедать, просто вот правда его охота прям
сломать ему все кости. Мразь. Ну и потом, конечно, естественное чувство ненависти ко всякому инаковому, ко всякому. Но он даже называется чужой. Ксенофобия, то есть я о чем говорю. А хищник это друг. Не, есть чужой против хищника. Хищник это что-то другая херня какая-то. Другой фильм. Так, мне куда? Иди сюда. Надо тихо идти, то есть зря я побежал просто, да и все. Ну тут, когда знаешь, ты идти, конечно. Рандомно смотрелся. Ага, рандомные эти предметы-то. То есть, кроме вот этих, понятно, ну что терминал тут будет стоять. Да-да-да, я забываю постоянно про вот это, честно говоря, 200... 1012, да. 12-12, 1212. 12-12, 12-12, 12-12, 12-12. Два раза 12. И он рандомный. Но не совсем. То есть тут он должен попугать. У него траектории. Полет шмеля прям. Вот там что цифры значит, например, 0,64, 0,65, 0,70. Сейчас он взорвется. Спасибо. Дали прикурить бы. Но и он рядом. Куда мне? Как мне? Чё мне? Я понял, куда мне. Вспомнил. Он ведь рандомник, серьезно. Не, я правда заметил. Он рандомщик, тот еще. Так, я обошел это уже, да? Эй, она где-то тут была, ну ничего, вы меня разбудите. Это он тут копошит. Сенс, а, он уже включается, я вспомнил почему. Но он не совсем рандомщик, он тут уже. Все-таки он не хилый такой рандомщик. О! Хлам. Я-то уж подумал, что-то полезное. То хлама тут хоть отбавляй. Сюда или как? Подожди, я. Так. Или вот в этой. А, так я же упал с этого. Ну да, то есть все тут как бы никак. Или вот через пункт охраны. Ни одного этого светофора, чтобы вставить карту и сохраниться, я тут не вижу. Ну, как вот терминала или чего там. Видимо, в боковом зрении. Он, конечно, зайдет, нет? О, дверь закрылась. Он вообще телепортируется по жесткому. Вот мразь. Может это и восстанавливает, кстати? Фух, я думал, то уже. Зачем я это сделал? Как это тупо было? Он меня не заметил совсем. То есть, если не двигаться вообще, то есть получается, чужой не единственный враг, что-то написано. Но это я знаю. Я же впервые это не с ним даже столкнулся, с какими-то людьми. То есть получается, что... Что, смотри, давай попробуем не шевелиться просто. Да не, у нас будет много случаев еще, когда это надо будет сделать, поэтому давай специально мы не будем тянуть резину. Сделаем это, когда
тоже параллельно где-то лезет, я слышал. Меня не проведешь. То есть вот этот заряд, это нафиг вообще не сдалось мне, на самом деле. Вообще не уперлось, зачем я это делал? Ну нет. Ой, не-не-не, подожди, шокер, шокер возьми. Он прикольный хотя бы. Так, чистое, что электричество, что-то благородное в этом есть. В этом феномене. Зачем я это сделал? Что вообще делаю? Я уже забыл даже, что мне надо делать там. Это мне туда. Да, мне туда-туда. Надо посмотреть, как это баба что-то рассказывает, Лингард. И все. Опять рандомный, то есть лут. Персонал госпиталя составляет андроида. Да правда, что ли? Подожди, 12 тоже надо посмотреть, потому что, знаете ли, это важно. Это тоже может какой-то скрипт дурацкий сработать, не сработать. Они же выделены, эти цифры, так же, как тот код. Не полный рандомник, он всегда тут рядом будет, вот после вот этого скрипта. Унылый чужой. О! Свободен. Да он же рядом, что издеваетесь? Ну все, скрипт сработал, вали нахрен от меня теперь. Рандом? Да ладно. Все, он укатил. Вон, иди. Погрейся. Смотри-ка, как это все странно. Итак, первое, я вообще не понимаю, куда мне идти сейчас. Но, возможно, мне надо наверх, прямо вот сюда, в эту дыру, куда она вылезла. Да? Нет, сюда уже вообще никак. Она прыгать-то не умеет. Тогда смотри. Вот так, вот так. Надо медленно идти, я так понял. То есть медленность тут ключ к победе. А тут как мне медленно быть? Медленно. Но он такие тут вытворяет, эти выкрутасы. Что я не знаю, ребята. Охотники за привидениями. А он не в коридоре тут был. То есть, как это понять? У него какие-то подуровни есть, где он только и ходит. Тут же есть... То хрипит. Есть еще какой-то режим в этой игре. Так, то есть, смотри. Скрипт опять сработал. Значит, скрипты должны как-то его призывать, притягивать ко мне. Потому что что-то подобное я наблюдаю. Проводочек. Где я сейчас нахожусь вообще? А, вот с другой стороны этой штуки. Тихо, он совсем беда. Вот сейчас он совсем... Смотри, сейчас он тут будет свои поклета развешивать. Теперь он резко свалил, да? А, он в эту залез, смотри, в эту дыру. Все, я понял его под уровнем. То есть дырки торчать должны по-любому. В игре монстром подобное было, то есть что-то похожее. Все, я понял теперь, как общее начало этого всего. Что он лазит вот по этим. Так, это что за капиталистская молчица? Она, я ее заметил, давно уже на фоне приметил. Опа, ключ карты. Вот,
вот это бальзам на душу в этой игре. Все сохраняем. Терминал. Это про себя, ну не издевайтесь точно уж. Уэйтс этот. Уэйтс что-то намутил тут сильно. Он, ну, у него мотив понятен, распил. Доступ к медикаментам 2505, 2505, 2505. А ты не прокомментируешь. Это читайте на этом уже. Это тоже. Включить аварийные клапаны. Потушили, да? Или что? Да, потушили. А, клапаны. Ну, закрыли просто, перекрыли. Вот тут. Слушай, горящие материалы вы используете. Опять полихероли. Промо, перетол. Так, это вообще что? Подожди, 2505. Чё ушёл-то? Я чё, совсем с ума сошёл? Мне ж надо вот эту волчицу-то открыть. Там же код. Можно было и подольше почитать, но нет, не надо. Читать нервно в таких условиях, правда. Я не думаю, что там что-то это... Какой код был? Ладно, я шучу. 2505. 212, где что там? Пропуск. Сэмюэльс, я иду. Давай еще раз сохраним, чтобы эти лишний раз действия не делать. Такой Сэмюэльс, я точно забыл. Вот правда, кто это? Сэмюэльс, 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 Сэмюэльс. Ладно, хер знает. Теперь вот. А зачем ты тут потушил тогда, мне интересно? И что тут у Лингард тогда и вообще? Куда мне идти-то? А без разницы. Кто это, правда, этот Сэмюэльс? А, она же с кем-то перелетела, там была неплохая с виду юристка и... Чё, какие-то барыги или кто-то там ученый, не помню. Точно, кто это был. Ну, смотри, если не шуметь, он вообще с карты пропадает. Нет, не пропадает. Ну, почти пропадает. Он же на шумы ориентируется, только на них, вроде. Нет, пропустим. Мальца. Сюда. Ну он-то тут. Он-то прямо надо мной, вон он, дыратом. Я же говорю, я понял общий принцип. Ушел. То есть вот он бы отсюда выпрыгнул. Все так хорошо, когда понимаешь. Какой-то всеобщий принцип, так ведь? А как мне туда попасть? Вход завален, вход завален. Говорит, тут какая-то это есть. Да не понимаю. Тогда вообще не допонял. Куда идти мне? Так, ну это я опять туда же вернусь. Ну ладно, подожди тогда. Какие-то из 40-х вообще рубки тут эти. Хлеще, чем в Дизонорде в том же. Ретро-футуризм такой. Ретро-фантастика. Это да. Вот, да? Ну и чё? Я тут уже не вернулся. Вот он где. Тут только что тут был. Не, ну я правда только что.
Зачем я круги тут наматываю? Прекращай уже. Да ладно. Я бы точно только с людьми бы хотел иметь дело, правда. Если бы врача выбирал. Ну сюда тогда я не знаю, больше нет вариантов. Только где оно тут? Оно вообще же показано-то, что будто оно вот тут сбоку, а там нет. Есть только вот. Он же отсюда как не вылезет. Хотя, он может все, наверное. Опять затруднения какие-то. Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Или тут какой-то выход или чего? Или это просто выемки? Тоже не понимаю немного, где что, как. Топтывает. Смотри, как это можно его это. Он вообще не слышит, ничего не видит. Если на максимальный, то, наверное, вообще это в таком маленьком пространстве он будет вообще вытворять. Сильно. Ладно, надо будет тогда подожди, подумать, куда идти прямо тут. Так, ладно, поищем мы, как там пройти туда, где оно там, на этап следующей серии уже. Оно где-то тут, либо... Что-то я не пойму, где оно, правда, но это... А, подожди, вот же выход, камбуз персонала, вот написано уже. Тут же подписаны выходы и пункт охраны. Или не... А, нет, это не выходы. В общем, мы в следующей серии уже продолжим. А с вами был Батя, подписывайтесь на канал, в сообщество и на все вообще подряд. И что там еще-то... А... Патреон, если есть возможности, кошельки, все в описании. Я с вами был Батя, пока-пока.